Доброе утро! Ребят, я поспал 4 часа, это я по своим инстасторию изучаю, сколько я уже сплю, как бы, вот реально. Если я не знаю, сколько сплю, я посмотрю последнюю свою инстасторию и смотрю, что я поспал 4,5 часа или 4. Обожаю все внезапности такие. Сейчас соседка Любка позвонила со второго этажа, говорит, блять, все нахуй, я переезжаю в эту, землю, на землю. Ой, блядь, мы же на земле живем. Блядь, в эту. Блядь, на Марс. Ебанись. Люба, куда тебя занесло? Короче, обожаю все внезапно. Мне звонят и говорят, что в Питер едем. Так что мы едем в Питер. И Пепси Лайт закончилась, блядь. Динский ты газировка. Я люблю все внезапные решения. Блять, сука, эти у меня вши, моль, блять. Завелась, в шубу в новость проела, блять, динтка. Я люблю все очень такое, блять, внеплановое. Ну, такое, блять, ну, сейчас покажу, короче, блять. В глазу что-то застряло. Такое вот. Яйца. Я люблю смену быстрой обстановки. Вот когда вот так, знаете... Из одной обстановки привычной, ты в другую перемещаешься, как зачарованные. Всем привет, меня зовут Марина. Марина — это мое второе имя. Блять, хочу сказать, что Марина сегодня ушла из дома, точнее вчера. У меня потерялась Марина. Всем привет, меня зовут Марина. Марина потерялась, всем пока. Меня зовут Марина. Привет, меня зовут Марина. Ну, теперь уже не Марина, а полумарина, получевырла. Потому что Марина потерялась, ушла из дома. Марина, всем привет, меня зовут Марина. Марина говорит, что хорошо заготавливать заготовочки на утро, когда есть завтрак и ужин. Всем привет, меня зовут Марина. Я делаю официальное заявление, я иду сегодня в паспортный штамп и нахуй все имя меняю, сука ебучая, блядь. Постоянно называйте меня Мариной. Всем привет, меня зовут Марина. Всем пока, меня зовут Марина. Всем привет, меня зовут Марина. Всем пока, меня зовут Марина. Всем привет, меня зовут Марина. Всем пока, меня зовут Марина. Все спят, блядь, нахуй всех разбудил. Всем пока, меня зовут Марина. Итак, что я пью? Я пью витаминочки вот такие вот с утра с едой. Мариночки нужно выпить. Витаминочки вообще укрепляющие. Вот такие витаминочки омега-3 в рыбу превращаюсь. И вот такие вот таблеточки, блядь, застряли. Вот такие вот таблеточки фильтром сти. Острые отравления при аллергии и лекарственной препаратах. Путешествие, куда без этой вот... Вот этой вот штучки. Это вот путешествие никуда вот без этой штучки. Не показываю название, как бы, да, ну нехуй, вот этой штучки. Штучки. Ну никакое путешествие без этой штучки. И без этой штучки. И без этой штучки. И без этой штучки. Все, в принципе, как обычно. Мне нужно торопиться, мне нужно, ну, опаздывать. Записываю 300 историй. Все хорошо. Сейчас бровь отпадет, прыщ лезет. Чувствуется. Чувствуете? Реально, в кожный. Утро. Здравствуйте. А мы сегодня в Питер. Пожелайте нам хорошей поездки. Ой, спасибо и вам тоже. Ремни пристегнули, в Питер едем, опаздываем. Ну, как обычно, необычно. Правда, сон литургически вкладывает меня. Сплю, блядь, всю дорогу. Коматозить. Ой, ребят, опаздываем, пиздец. Девушка, а вы что это на рабочем месте сидите в интернете? Я все снял, отправлю руководству. Ага, на одноклассниках сидите. Капец. Только один балл не ставьте мне. Вот, правильно, вот так. Работаем. Небольшой отрывок с прямого эфира про девочку с водкой. Напишите, оставить или удалить, не знаю. Надо же что-то залить. Халабдыщ. А мы в Сапсане едем. Тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. На туалет, как бы, блять, где мы едем, там, в поезде в Сапсане. Знаете, ну как их с квартирой в тесноте, да не в обиде. Люба, блять, опять не смыла за собой. Ну, чушка драная, блять, куда тут смывается?
Мы, блядь, как это работает? 4 часа, у меня волосы дыбом, я сплю. Ломятся. Тихо, блядь, подслушивают. Блядь, такими вещами занимаются. Блядь, тут еще щель в туалете. Прихожу на вокзал, блядь, черкиновский обычный. Ебанись умом, это пиздец полный, блядь. Убегаем. Ёб твою мать, за мной. Мама утка в деле. Брал секту свою сектантскую. Идем, блядь, хотел сказать шарня. Церковь, но мы не идем туда, да. Идем, да. Все, ополчение. Ух, а, прах, ух. Такой вот у нас отель в стиле заварушка. Вот такой вот с картинами Пикассо хуесо, блядь. Кто-то там телевизор смотрит. Залезай быстрее. Вскрывай. Ой, здравствуйте. Это наш номер, мы здесь. Шка. А здесь кого-то убили? Тут точно никого не расчленяли? Вы здесь живете? Девушка, а в чем проблема? Нет, все. А все хорошо? Да. Просто, ну, мы не привыкли, когда входим в номер, видеть. Реально, это свободный номер, поэтому. А, вы здесь спали просто. Да. Ну, девушка, вы не стесняйтесь, если что, приходите, отдохните. Да. Мы вам мешать не будем. До свидания. Уродила на пол и положила обратно. Чё за пиздец ты? Это что за пиздец? Это в курсе, что у нее это полотенце? Непонятно, чем она здесь занималась. Трахоебничествами какими-то, блядь. Пиздец, я так обосрался. Когда дошел, она сидит здесь. Непонятно, чем тут занимается, блядь. Любуется на виды прекрасные. Это просто хуебрасия полная. Никогда такого не было, когда ты входишь в номер, тебя ждет какая-то девушка, блядь. Я испугался. Она такая, да, я здесь живу, блядь. Ну, мне разрешили здесь пожить. А теперь мы живем. Вот такой вот у нас сральник-дральник. Вот здесь тетя Нюра, блядь, у нас срала-сала, блядь. Занималась всякими делами. Вот такими вот. О, жик-жик, вжух-вжух. Ой, это кто зашел? Выйдите, блядь, я здесь сплю, дрочила, сорала. Мне похуй, что вы этот номер купили, взяли. Я здесь занимаюсь интимными делами. Сливаюсь в канализацию. Тетя Тамара Никифоровна вышла, которая здесь сидела, блядь, и дрочила, блядь. Но это ненормально, когда ты приходишь в номер. Мы сейчас пойдем жаловаться и требовать повышения номера уровня отеля на дни. Короче, мы будем просить, чтобы нам улучшили номер бесплатно, потому что мы в полном шоке и в ужасе. Вот так вот. Покажи, что тебе плохо. Сочувствие прояви. Мы просто в шоке. Все в кошмаре. Такой вот у нас японский городовой, точнее. Там кто-то телевизор, блядь, слушает. Ёб твою мать. Передумали качать права и выёбываться, потому что Данил сказал, что этого делать не нужно. Почему? Давайте покачаем. Данил, не надо? Почему? Ну, отдохнула женщина, что доебались. Посрала, поссала, прокладку поменяла. Так хочу. Бургер. Но, блядь, мне нельзя есть. Да, я тоже хочу пожрать. Что? Пельмени. Какие нахуй пельмени? Устрицы, блядь, хламидиоз. Ну, знаешь, это хламидии. Хочешь? Где мы? В Питере. Нет, мы на крыше. Совсем дубнял. Где мы, Лёша? Мы на крыше. Мы в Питере, ненормальные. Вот это здание готичное. Видите, у него как будто усики, рожки, блядь. Оно смеется над нами. Нагло хиничает, блядь, японская. Реально, посмотрите, такие рожки интересные, синтепон. Блядь, обожаю Питер. Но муравейник... В Питере очень узкие улочки и очень-очень много народа. В Москве, наоборот, типа, огромные улочки, ну и народа дохуища. Вот. Красиво зато здесь.
Так, я не, блядь, историю записываю, можно без... Сидим в заведенице, тут мужчины поют. Блядь, где-то вот там вот. Ой, блядь, это не мужчины, хуй с ними, короче, где-то они поют. Сейчас покажу. Вот реально поют. Смотрите, там поют. Лёша заказал чай, блять, ну хуй знает какой-то чай. Так, хули хлопайте, блять, я про чай рассказываю. Блять, он какой-то синий. Нахуй ты нефтяный чай заказал? Ёб твою мать. Лёша взял чай, он, конечно, красивый, блять. Ты, конечно, красивый, но, блять, по вкусу, как берло. Так, чё смотрим? Меня не переорёшь. Ура, еда, ёб твою мать, вы бы знали, как я рад, счастлив, блядь, жить на этой шите, гудбай, мистер-дико. Еда. А это что так, блядь? Блядь, вы бы знали, я столько поел, вы ебанитесь просто, сколько в меня влезает. Я столько себе назаказывал, думаю, ой, так жрать хочется, ну, первый нормальный прием пищи за день. В итоге обжрался. Информация интересная. Интересно, а тетя Тамара не съела наши, блядь, бюргер-бюргер-бюргер? Просмотрим этот, как его, мини-бар. Обзор на мини-бар. Так, вот такой-то у нас мини-бар. Блядь, она... Капец, тетя Тамара, все пожрала, ебаный рот. Блять, клопов не осталось, никого не оставила, господи. А ты что думаешь, она здесь сидит, она все съела, блять, потом счет выставит. И пайка, блять, в далекое плавание. Алло, это жизнь, меня, кажется, подзаеблося. Не, реально, не. Ну реально. Ты Светку видишь? А она чё? Да ну, как месячные начались третий раз за сутки. Ой, не могу. Да ладно, пошла-ка ты в пизду, блядь. Будет мне, блядь, матами отвечать, Годзилла. Кажется, это... Ой, морщины, блядь, ботокс нужен. У нас номер как закрытая школа. Артём, как ты думаешь, что там? Я думаю, там задний проход. Там реально задний проход. Блять, тут нет заднего прохода. Артём, там нет заднего прохода? Нету. А вот так вы красивые в России упалители вечера. Тётя Тамара, блять, опять за мной сидит. Сука, весь холодильник пожрала, уёбиная. И уезжает. Сдержите её нахуй. Ребята, всё, я больше не матерюсь, потому что это слишком много я говорю. Сука, блять, пиздец, гондонство. Реально, нужно как-то контролировать себя с матами. Слишком много матов в моей жизни. Нужно изменять жизнь. Начинать с нового листа, с нового формата. Я в шкаф. Арбитрочек.